Впервые Светлана Дружинина обнаружила, что что-то изменилось. Сидя на новеньком кухонном диване у себя дома, ночью, часа в 2:15, была зима. Странным был сам факт, что взрослая замужняя женщина, мать двоих детей, обладательница двух дипломов о высшем образовании, сидит тут на кухне, в 2:00 ночи с ужасом прислушиваясь к самой себе, дорогие друзья. Что-то было не так, то ли мир изменился, то ли сама Светлана, но кухонное пространство вдруг сократилось почти вдвое. И стало давить на Светлану так, что было почти физически больно. И мысль, вдруг появившаяся в ее голове, была такой пугающейся, что Светлана немедленно встала и сделала вид, что ничего такого она не думала. Нет, нет, что вы, вам показалось. Конечно же, все хорошо, все счастливо, а мне просто надо выспаться, и все пройдет. Еще она встала с дивана и решительно направилась в коридор. Дом спал. Поскрипывая изредка горячими батареями и звук шагов, он разносился по всему пространству. Возле двери в супружескую спальню Светлана остановилась и в нерешительности помялась, пытаясь справиться с откуда-то взявшимся сопротивлением и иррациональным нежеланием идти больше. И захотелось вернуться обратно на кухню, снова обхватив двумя ладонями горячую кружку с чаем, сесть на диван. Да это какой-то, пожалуй, плечами она открыла дверь. В комнате было тепло, жарко. Муж шумно спал, раскинув руки. Светлана потихоньку разделась и аккуратно полезла под одеяло, стараясь не потревожить его. Но он все-таки открыл мутные сосна глаза и прищурился. «Свет, ты еще не спишь?» «Сплю, сплю», – прошептала она. «Ну, не ко мне», – пробурчал он и протянул ей к себе. Она сразу согрелась, но так и не смогла уснуть. Она лежала тихо, глядя, как за окном идет снег.